Здорово, геймеры, с вами Мавик, играем Bioshock Infinity, продолжение. Мы остановились на том, что наша девочка нас покинула, которую мы нашли, как Елизавета или Елизабет, или не помнишь, как ее зовут. Она услышала музыку и убежала. Да, Элизабет. А нам, соответственно, нужно ее найти. Найти, где ее искать? А, сейчас найдем. Так, осмотримся. Слушайте, это раньше такие были купальники. Пойти нельзя. Портсигар. Отлично, отлично. В принципе, здесь все, что лежит, можно практически все осматривать. Содовая, соли. Она в колготках, в чулках, что ли? А, это не чулки. Эй, вы девушку тут видели? Это как вот рекламный трюк, я ничего покупать не буду. Так, как бы тебе никто не просит покупать что-либо. Эй, я ищу девушку. Юную девушку. Эй, брат, ничего тебе не могу сказать. Хочу тефтели покушать. Где тут тефтели? О, вон они парят на небесах-то. Города. Клёво. Это домики для переодевания? Чудом. Мутите. Крутите. Нычка. Да, мы... Зонтика не найдется еще одного. А, девчонки. Вы только гляньте. Боеприпасы. Слушайте, у нас, наверное, это все есть. Куда идти? А, вижу. Они танцуют. Все. Сейчас найдем. Элизабет, вот ты танцуешь с каким-то мужчиной. Эй, мисс! Мисс, слушай! Ты не могла бы чуть-чуть остановиться? Эй, мисс Элизабет! Эй, привет, как здесь здорово! Потанцуй со мной, Дэвид! Я не танцую, все нормально. Нам надо идти куда-куда? Ну, например, Париж отправимся. Париж, не понимаю, как мы туда попадем. Этот дирижабль туда летит. Давай, идем. Отведите Элизабет к дирижаблю, первая леди. Слушайте, ну не я ее веду, получается, она меня ведет. Она меня еще и опережает, ты посмотри. Я тебя даже не смогу догнать. Эй, йоу! Джоб! Джоу!
Кира, пошел ты сам отсюда. Кира, вот убирайся. Не, вам не нужно защищать Элизабет в бою, она сама может за себя постоять. Фу, это круто. Значит, не буду тебя защищать. Это уже с нас ответственность снимает. Мистер Дэвид, я про него читала, говорят, он видит будущее. Две капли власти... Даже капля власти развращает людей. Он мне не по душе. Вам не нравится лицо пророка или его взгляд? Пойдем отсюда, а? И пойдем. Пойдем куда? Везде фейерверки, вы не заметили? Везде просто флаги, фейерверки, тумбы. Вот фейерверки. Эй, осмотреть корзину, не? Только что было. Она меня сюда ведет. Она прям подходит ко всем местам, где можно что-то найти. Так, одну секунду. Ой, выкурил. И чё, пользы не принесет? Ну, Элизабет получается как прям путеводитель. Дэвид, сюда. Нам нужно джентльмены. Что это? Клетка лучше, чем птица. Опять эти двое. Посмотри, что птица или клетка. Что лучше? Или это взять, или это? Выбрать клетку. Давайте птицу выберем. Клетка мне не нравится. Да что справа? Ты уверен? Вполне. Прелесть. Странно, я думала, это клетка. Не умеешь проиграть, лучше вообще не играй. О май гад. Это был мой дом, он горит. Идем. Кто знает, что видит пророк там наверху. Побежали. Валим, валим, валим. Она за мной бежит. Так, здесь у нас обыскивают всех. Ухнем из фляги. Черт, она заперта. Где ключ взять? Что ты делаешь? А на что, по-твоему, это похоже? Есть! Ха-ха! Ты умеешь скрывать замки? Я сидела в башне, у меня были книги, куча времени. Ты не поверишь, что я еще умею. Да, даже не хочу знать. Ты сюда зашла? О, привет, сэр, да, привет. И чё там? А, драешь полы. И корабельные всякие штуки. О, торговый автомат. Поймать монету. Ич! Торговый автомат Колумбии нужен для того, чтобы что-то привезти. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Осмотрим. Так, я одну секунду, Элизабет, я бухну. Хочу посмотреть, что еще здесь.
Снаряжение, особая одежда, дающая уникальные способности. Ну, давай, осмотрим. Что у нас здесь? Новый предмет, шляпа, железная альби. Вас сложнее обнаружить. Касается автоматических турелей, дирижаблей, механических патриотов. Надо ли? Надеть. Давайте наденем. Так, смотрим, что у нас из предметов. Каждый раз у нас меняются предметы. Железное алиби, огневое превосходство. Ну да, пусть будет здесь. Вот это вот алиби. Железное алиби. Идем, Элизабет. Идем. Эй, мистер. Эй, мистер. Мы вам поможем. Чем? Мы знакомы? Там на лотерее вы... Без нас мы бы не выбрались. Без вас. А, я помню этот номер 77, когда был. Я не хотел в них кидать. Убивать их. Ну, не, вернее, мечиком кидать. Хорошо, поможешь, давай... Подожди. Проблемы. Хьюстон, у нас проблемы. Они нам дадут какое-то снаряжение, и мы пройдем. Ой, фу. Так, ну, чем они нам помогут? Чем можете помочь, кроме вот этого снаряжения? Посмотрите, ящик ананас. Так, осмотреть снаряжение. Новый предмет, брюки. Скорая помощь сокращает задержку при перезарядке щитов на одну секунду. Скорость перезарядки щитов? Скорость перезарядки? Нет, она мне не надо, у меня пусть будет шляпа. Слушайте, а не-не-не-не-не. У нас 4 предмета можем использовать. 4 предмета надо. Короче. Тори, гляну еще раз. Железное алиби, огневое превосходство, опасный больной. И взлет ястреба. Не, так будет. Не активируйся. Подожди, я... Что? Have a time? Никаких have a time. Кэш просто везде валяется. Кэш. Yes. Спасибо. Кровяка. О, чил. Ремонтирует. Так, погнали, Элизабет. Что здесь у нас? Историю рассказывает. Элизабет, нам наверх. Хоу, героев. Нас пропустите. А у нас шляпа, кстати. Есть, на нас не обращать внимания. Прошу прощения, Аннабелл. Аннабелл, это я, Эстер. Я не Аннабелл. Уверен? Я Элизабет, мы знакомы? Элизабет, какое красивое имя. Странно как.
Последний посетитель, парк закрывается, слышите? Парк закрывается. Идем, идем. Я только подмел, осторожней. Ой, извиняюсь. У вас есть капуста? Нет. Будем, мы деньги не забираем. Вот этот стопудово стреляется. Приобретаем билетик. Дайте два билета на первую леди. Да, одну минутку. Как нам действовать дальше? Я тороплюсь, приятель. Эй, мистер, а вы себе так весь костюм горчицей измажете? Понял, я перезвоню. Не нравится мне все это. Мне нужна помощь, извиняюсь. Ах ты ж, козёл. Хватай его. Чё, не могу стрелять? Отстаньте от меня. Выпустите меня, выпустите кто-нибудь. Элизабет. Это палево. Сейчас будет охота на нас. Так, у него ключики. Остановите их. Кто еще? Крадется там. Элизабет! Не отставать от Элизабет. Да. Я буду не отставать. Конечно. Я постараюсь. Это те же. Взять дробовик, слушайте. А дробач лучше? Что у нас по оружию? Короче, пусть будет дробач, потому что я еще им не пользовался. Наверное, прикольно будет оружие. Красава. Дробач будет хорош тем, что он рассеивает дробь. И, наверное, он не кучкуется, как пуля. Поэтому область поражения будет больше. Где она? Ох, здорово. Ох уж эти дамы. Стой, где бы ты там ни была. Уйдите от меня. Эй, подожди меня, мадам. Ты где? Ты что там, как будто сексом занимаешься? Ты убил этих людей, они все мертвы. Ну да, я же тебя защитил. Элизабет, я... Ты чудовище! Это как себе это все представляло, а? Что? Ты понимаешь, сколько времени и сил они на тебя потратили? Думаешь, они просто тебя так отпустят? Ты для них капитал вложения. И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят.
А что, что им от меня нужно? Не знаю. На следующий раз я тебя буду стрелять. Я точно буду стрелять первым. Дай-ка мне руку. Это что там произошло, это только начало, да? Не знаю. Вот и все. Идем, идем, прям перепрыгнуть надо было. Так. Стрела змея куда ведет? Так, а точно сюда, а ну-ка. Правильно же сюда идем? Ну да. Дальше некуда пока место. Прокопас, посмотрим, что у нас еще есть. А мы улучшить не можем ни карабин, ничего. Пулемет можно улучшить. Можно улучшить. А как улучшить? Стоп, я хочу оружие улучшить. Ладно, что-то непонятно, как улучшить. Так, дополнительно увеличенный урон. Пулемет наносит на 35% больше урона. Пистолет наносит больше. Значит, пулемет надо взять. Ух ты ж, ну началось. Как же мы теперь нужно попасть нам на корабль? Мне может здесь билетик взять? Что говоришь, тогда приобрести у тебя можно? Удлинитель обоймы 275 баксов. Емкость обоймы пистолета увеличивается на 50%. А надо ли? Окей, пусть будет. Улучшение. А, вот такое вот улучшение мы, значит, приобретаем только в торговых автоматах. Хорошо. Спасибо. Что, может нам... Попробую ее взломать. Поднять. Отлично, ваше величество, электричество. Кто-то изобрел электричество, которое всем надо.
Автомат с солями. С соплями автомат. И на нем мы улетим на Париж. О, да ладно. Зови меня Букер, окей. Ладно, Букер. Так, ну веди. Кэнди, здесь Кэнди. Кэнди, сладости. Сейчас будет битва. Когда девочка сзади отстает, значит что-то должно произойти впереди. Как Гринольду как-то надо вызвать. Ну вот, вот так вот. Потяни рычаг, и Гринольда или кто там приедет. О, не заработает так, походу. А мы сломали, где, интересно, взять? Что мы вообще сделали? Посмотри. Энергия в будущем зале. А ну-ка, очень кстати. Найдите жаки в зале славы. Зал героев. Достает туда. Туда сильно далеко. В принципе, пусть будут пистолеты, дробач. Дробач на ближнем расстоянии то, что надо. Трупаки, если сразу ты их не осмотрел, они пропадают. Это плохо. Это плохо. Поймай монетку. Кэч, да, я споймал. Спасибо. Hall of Heroes closed until further notice. Then there won't be a line to get in. Нет. Что-то не так? Ну, конечно же, не так. Я все починю. Я же механик. А здесь чинить. Рассмотреть электрощитовую. Нефиг делать. А что, куда потыкать, куда подергать? Нефиг делать. Вообще не понимаю, что из сервис сам делать. Ой-ой, тут пчела, я их ненавижу. Зачем?
Убей ее, она меня ужалит, Элизабет. Ее укусила пчела. Что ты делаешь? Открываю разрыв, твою мать. Что это такое? Это разрыв в своей башне, я все время их открывала. Что это за разрыв? Ну, это такое окно, окно в другой мир. Там ничего интересного. Что? Полотенце другого цвета, чай вместо кофе, но иногда... Иногда я вижу там что-то поразительное и достаю это. Готово. Может, у тебя там и дирижабль найдется? Это вряд ли, но там есть, есть нечто, я... О, нет! Давай закрывай, я пытаюсь. Я не вполне уверен, но все выглядит так, как будто нас решило быстро отправить на тот свет. Я хотел помочь. Да, мы чуть не умерли. Этот же... А мы же здесь были уже в зале славы, или нет? Нет. Начать демонстрацию. Мы победили, непобедимые. Ой-ой. Отмычки пригодятся. Дикий мустанг. Бухнем. Спонсор сегодняшнего меня — дикие, дикие лошади. Не, нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух. Ловушка, гейзер. Мы типа получили новую способность. Так, дикий мустанг. Ну, а у нас их сколько уже? Раз, два, три, четыре. Ну, посмотрим дикий мустанг. Отойди. Использовать туалет. Слушай, отойди, я кое-что возьму. Иди за мной. Все, отвали. Она нас привела, типа, взять отмычку. Как, она как собачка поисковая. Поисковик. Крутая штука, ребят. Только она не убивает. Выйди, выйди.
Так, умри, умри. Где, где ты? Да, пока есть огненный этот прикол, самый лучший. Так, идите сюда, вороны. Иди сюда, иди сюда. У-хо-хо-хо. Еще немного солей. А я его тупо... слушай, он нас... Мы же шляпу одели. И он нас сразу не видит. Думаю, что не стреляет? Он добродушный такой. А у нас шляпа, которую не сразу замечают у нас роботы. И не стреляют нас. Ну, по крайней мере, сразу не стреляют. Барбаросса. Освободите аэротросы. Это будет так здорово. О, у нее уже появилась на руке вот эта вот штука, с которой она может прыгать. Летать. Ну что, let's go. Ё-моё, это надо делать быстро. Пока мисс. Или в другую сторону прыгать. Так, ну у нас впереди преграда. Я вижу. Нужно будет сейчас перенаправиться в другую сторону. Давай остановимся, посмотрим, куда нам нужно двигаться. Так, это однозначно не туда. Да, сюда. Элизабет, догоняй. Много воронов, значит, будет сейчас бой. Не, подожди, мы вернулись обратно. Или это вороны здесь были? Подожди, здесь снайпер где-то рядом. Это у нас какое-то новое оружие. Гранатомет. Поймать оружие. А, она мне снайперское оружие дала.
Снайпер, осторожнее, а где он? Будем против снайпера сражаться. Ага, вижу, 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 нам даже метку дали. Слушайте, прикольно. Где снайпер? Где снайпер? Это наша ловушка. Да. Хороший выстрел. Прости, что? Что значит прости? За что? Еще ж не за что прощать. Есть карабин. В поле видимости мы можем собирать с трупов все, что можно. Как только мы отойдем, они исчезнут. Давайте посмотрим, как они исчезнут. Я хочу так наверх подняться, а потом вниз спуститься, посмотреть, они есть. Они, да, еще есть. Но через какой-то период времени они исчезнут. Идем, Элизабет. Че такая? Опылили нас соляными какашками. Плюс к ловушке. Дорого, дорого. Плюс к поцелую. У нас денег таких еще нет. Так, увеличение урона. Гранатомет, урон от снайперской винтовки. Удлинитель обоймы. Карабин нет. Вот увеличение урон гранатомет. Снайперской винтовки. Ну давайте еще добавим. Да не, короче, снайперская винтовка, в принципе, с первого выстрела аж сносит. Thank you.
Давайте возьмем дробовик. Так, урон. Так, гранатомет. Снайперская. Улучшение точности. Удлинитель. Обоймы для гранатомета. Давайте для снайперки, окей. Хорошо, для снайперской винтовки пусть будет продано. Кто-то сейчас... Выходи, это ты? Я тебя слышу, я тебя сейчас вижу, и тебе сейчас будет капец. И ты нам угрожаешь? Нам нельзя попадаться на свет. Эй, солдаты, уничтожьте их. И у тебя есть суперсолдаты, которые... Нас уничтожили так. Ниоткуда сзади не выйдут. Да, сейчас только мы отсюда выйдем, и сразу же начнется у нас движение. Каждая комната, скорость каждая комната будет. Так, что мы возьмем? Экстракт здоровья увеличивает максимум здоровья, увеличивает силу защиты, увеличивает силу солей. Силу солей. Так, силу защиты, силу солей. Ну, силу солей. Perfect. Превосходно. Perfect. Ну что, девочка? Побежали дальше? What next? Мы в противоположную сторону пойдем. А можно было и сюда, можно было туда идти. Ладно. What does he mean?
Что он имеет в виду, лучше тебе не знать. Он нас пугает просто. Орел. Гранатомет не хочу. Так, что у нас? Новый предмет. Шляпа. Ловкие руки. Ускоряет перезарядку оружия. Нет, пока не надо. Хотя, слушайте. Перезарядка оружия — это хорошо. Так, взять снаряжение. Пока. Часть используется. Шляпа, железное алиби. Пусть, короче, не будем менять. Перезарядка нас и так устраивает. Так, это сейчас есть. К тому же шляпа не дает нас сразу обнаружить. Это нам фору дает. Первым стрелять. А, здесь кто-то есть. Сейчас мы найдем. Ты видишь лицо? Come on, Booker. Победи людей с этого. Где я здесь? Выходите. Люди. Just give me what I need. I will. After you do the same for me. Come on, ну давай же, come on, давай. Who are the boxers? The Chinese. О чем он говорит? Он, мы в другой зал пошли. Он хочет, чтобы мы пошли в другой зал. Хорошо, пойдем в другой зал, будем уже с индейцами, скорее всего, сражаться. Идем в другой зал. Индейцы. Нам теперь противоположный зал. Вижу. Видели? Меня не сразу заметили. А все потому, что у меня шляпа. Супер шляпа. Патрончиком подкупить. А, мы можем подкупить, что, с увеличением урона.
Карабин. У нас не карабин, у нас вообще-то не гранатомет. Гранатомет. У нас дробовик. Гранатомет. Все для гранатомета, но не для дробовика. О, это самурай. Что сейчас случится, сейчас будет очень весело. Да, все-таки перезарядка нам нужна. Да, подожди, подожди, я здесь осмотрюсь. Так, это что, новый предмет? Шляпа, электрическое касание. Шанс 50% оглушить врага в рукопашной. Нам не оглушать надо, нам сразу убивать. Не то кино, которое нам надо. Ой, сейчас будут тысячи нас атаковать китайцев. Невероятно. Давай, давай, мы сейчас займем позицию, чтобы к нам никто не подошел сзади. Да, давай, хорош трындеть. Давай, давай. Берегись. Давай, помоги мне. Твою мать. I have no quarrel with these men. Heroes never ask. I never claim to be no hero. And what are you? If you take away all the parts of Booker DeWitt you tried to erase, what's left? Come back to the Rotunda. It's almost over. Давай мы вернемся и будет там все покончено уже. Да нам еще. What did you try to erase? Now that you're out of yours, you might realize cages have their advantages. A choice is better than none, Mr. DeWitt. No matter what the outcome. Yeah. If you woke up one day and realized you didn't like it, давай, давай, давай.
Это было довольно-таки неожиданно. Нельзя от них, конечно, отворачиваться. Карабин. Я даже не уверен, что карабин вообще нормален. Мне дробач пока мисс лучше нравится. Элизабет занята. Эй. Так, давай, высылай своих поспешника, минюнчиков. Ой, блин, у нас осталось всего лишь ничего. 12 зарядов. Так, Элизабет, открывай двери. Замок не получится. Так, давай, открывай, открывай! Это по твоей части, открывай. Как бы нам не пришлось вручную драться. Рукопашную. Так, это уже хорошо, хоть два боеприпасенька есть у нас. Для дробача. Давайте налево. Ну. Да, посмотри, можно ли пройти. А я. Let me scout ahead, see if there's some way to move forward. Ну окей, давай-то посмотри. It's a tear, something I can bring into this world. It's a freight hook. Это, кстати, давай, я могу это использовать. As I said, it's a form of wish fulfillment. Так, Элизабет может открывать разрывы и получать из них припасы, оружие или крутяк. Давай. Видишь что-нибудь? Sure, I understand this, but I'm not complaining. Oi.
wonderful tricks. Do you know what you've got there, Booker? That's enough, Slate. We just need the vigor to get out of Columbia. We're taking it one way or another. Slate! Ну это прикольная штука, что с помощью Элизабет можно перемещаться. Мы все возьмем. От гранатомет не хочу брать, он сильно медленно летает. Сам снаряд. Так, плюс к ловушке дорого для нас все, ё-моё. Спасибо. Слушайте, она кидает реально по 100 монеток. Одна монетка летит, но засчитывается как 100. Медикаменты. Где? Не вижу. Не хочу я брать пулемет, потому что дробач для меня пока не в приоритете. От пулемета может быть меньше уронов. Куда нам идти? Ты можешь, Элизабет, открыть, пожалуйста? Замочечек. И чек. Так, у нас есть 5 отмычек. Открывай. Да, это серебряный орел, всего лишь 200 монет. Слушайте, уже 1000, уже. Уже можно будет какое-то улучшение себе приобрести. Ничего не. Куда идти? Следы сюда идут. Непонятно. Так,
это наши следы остаются от нас. Найдите Слейта за памятником первой леди. Он здесь. Разберитесь со Слейтом. Слушайте, а чё у нас как-то неправильно? Стрелка туда и вот теперь сюда. А, это мы попадаем в эту штуку электрическую, у нас забирает соли. Ясно. Сейчас мы пополним. Побежали. Это не тот автомат. Это здесь свою способность можем прокачать. Дорого. Еще до сих пор дорого. Еще 400, 1200. Идем. Поймать мать. Спасибо. Сколько у нас теперь? 1200, 1300. А ну-ка. Дорого. Вот, поцелуй, поцелуй. Добавляет небольшие грозди, увеличивая тем самым дальность и силу поражения. Приобрести или гипнотизер. Снижая затраты соли на гипнотизера. Так, плюс к ловушке. Трупы убитых воронами-убийцами превращаются в вороньи ловушки. Не знаю, ладно, хорошо, подкупим, потом будем видеть. Что это такое? Мы обратно можем вернуться? Слейт? Пулемет и что на обратном пути возьмем? Yeah.
Is that all you can muster, soldier? Come on now, DeWitt! Don't disappoint the boys! Мы же на выходить уже. Они постоянно будут выбегать. Чуваки, против нас. Ну, вроде бы всех снес. Теперь можно спокойно себе. Open it there. Так. Отлично. Ух ты ж ё. Забрать шок Жакею Слейта. Это ты, Слейт? Так я ж тебя еще не убивал. Прикончи ее! Съешь все, что лежит на тарелке. Че за хрень? Пощадить Слейта, убить Слейта. Пощадить. You're a tin man now. A tin man. Шок, Жаки. Нажмите, чтобы выстроить электрическую ловушку. Создать. Это те кристаллы, которые у нас забирали наши способности. Да, вижу.
Но все-таки это получше. Ну, окей, хорошо, пусть будет. Чан кряхтит как. Взять пистолет. Кряхтит. Куда нам далее? Туда. А здесь мы были? Возвращаемся через те же локации, которые здесь и ходили. Смотрим. Электрический заряд. Фу-ху-ху. Круто, офигенно. Да, это реально круто. Может, из-за того, что они еще в воде были? Или это действительно прикольная штукенция, такая электрозаряд. Слушайте, она на сколько есть? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8. 8 раз можно использовать. Круто. Она нам еще и соли кидает. Да, прикольно. Это классно, что мы этим электрическим зарядом можем останавливать любые физические действия своего оппонента. Ну, врага. Даже того, который с воронами летает. Круто. Здесь мы уже еще не были. Улучшимся, девочка. Дайте посмотрю. Ну, уже не знаю даже, стоит ли здесь улучшать. Патрончики я подкуплю. У нас же Кео уже есть. Дробач. Ну почему же дробач мы не улучшаем? Потому что у нас в руках, и поэтому он не улучшается. Кыч. Вернитесь, запустите гондолу. Так, ладно, ребята, что я заигрался. В следующей серии уже будем мы продолжать запускать гондолу. Пока мы, наверное, перезарядим ружбайку. И за это время я вам скажу пока-пока и увидимся в следующей серии. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Всем пока.